Антон Павлович Чехов. Путники из созвездия Волоцы Вероники. Редко. А при чем здесь Чехов? Чехов — это моя фамилия. Думаете, это известный писатель? Я из этого писателя решето сделаю! А может быть, опасный рецидивист? Первый человек я убил 19 лет. И к тому же беглый преступник. Да разве можно бежать из тюрьмы без подготовки? Этого не может быть. Может. Или просто неисправимый романтик. Как жаль, что я тебя тогда не застрелил. Сейчас все было бы гораздо проще. Николай Фоменко в фильме «Небо в алмазах». 16 декабря в 20:50. Премьера на телеканале «Русский иллюзион».